Жизнь перед смертью не проносится кинолентой. Это чушь. Так бывает в кино или в дешевых романах. Реальность другая. Нам есть что обсудить. Ты не находишь? Я не понимаю, о чем вы. Так ты одна дома? Том? Привет. Чем обязан тебе, Том? Привет, Джон. Я извиняюсь за беспокойство. Я пришел, чтобы забрать свои ключи. Ключи? Я идиотка. Ключи? Да. Ключи от моей квартиры. Месяц назад я боронил их, а Белла нашла. Да, Белла? А как вы узнали, что они у меня? Так ты сообщила об этом моей соседке. Ты не помнишь? Соседка, ах, да. Так, погодите, а как ключи оказались у тебя, Белла? Я нашла их на улице, но уже было поздно, и я решила занести ключи на следующий день. Утром я хотела вернуть вам ключи, и я опросила соседей, так как я не знала точный адрес. И одна из ваших соседок сказала, что вы уехали из города, и вас долго не будет. Белла просто не представляет, как меня спасла. Запасные ключи я посеял еще в прошлом году. Но мне срочно пришлось уехать из города. В общем, долгая история. А время уже позднее, сами понимаете. Ну так как, ты вернешь мне ключи? Ой, точно, да, сейчас. Вот, держите. И больше не теряйте. Я постараюсь. Я Кевин, доброе утро! Я приготовила завтрак. Анфису я тоже накормила. Да, я вижу. Кевин, садись, поешь. У нас еще полчаса и... Я не голоден. Засели, тревожат мысли, чувства. Каждый день мне дают покой. Ты виноват, шепчет совесть. Не виноват, шепчет сердце. Я ли это? Ты ждал себя, кто был с тобой? Хотя все просто ли? Я ли это? Кто так любил тебя, кто был с тобой? Хотя все... Отец скоро вернется. Лучше тебе уйти пораньше. Разве Крис был когда-то против, что я ночую у вас? Кэтрин, мы уже не дети. Я не хочу, чтобы... Ну, понимаешь, он подумал не то. Вчера ночью... Ах, прости меня, мне так стыдно за вчерашнее.
Я не знаю, что на меня нашло. Я не думала, что способна на такое. Давай просто забудем это. Забудем? А как же... Ты совсем ничего не чувствуешь ко мне? Кевин, не молчи! Скажи что-нибудь! Кэтрин, а что мне говорить? Я чувствую, будто меня предали. Я всегда был с тобой откровенен. Я считал тебя другом. Да черт подери! Я считал тебя своей сестрой. Да, я замечал в последние месяцы твое странное поведение, но думал, что это, наверное, ваши женские штучки, или как их там назвать. Черт. В голове не укладывается, что ты... Что я люблю тебя? Как ты могла напридумывать такое? Я и ты, ты и я. Что ты влюбилась в меня. Я ничего не придумывала. Я всегда любила тебя. Вспомни время, когда была только я у тебя. Я думала, ты чувствуешь то же самое ко мне, но потом ты отдалился. Мы были детьми, Кэтрин. Мы росли вместе. Я не могу тебя представить в плане... В плане девушки? Не то чтобы... А кого можешь? Гусиную шею? На прошлой неделе тебя чуть не убили из-за этой уродины. Не называй ее так. Чем я хуже нее? Я не могу объяснить. Я не знаю. Не знаешь? Зато я знаю, каково мне было терпеть Джудит возле тебя. А теперь еще и гусиную шею? Чем я заслужила такое? Почему ты делаешь мне больно? Зачем? Я не понимаю. Я все делаю для тебя, а ты... Дурак! Я думала, я одна такая сегодня. Что, прости? Ну, не в настроении. Давай, выкладывай, что случилось. Да, это все из-за Кевина. Ну ладно, я помогу твоему названному братцу. Джуди тебя правда уже породила. Ты о чем? Она еще вчера меня попросила, чтобы я повлияла на Джейка. Типа, сейчас же Кевин не в милости. И у тебя получится его переубедить? Я попробую. Джесс, не обижайся. Мне кажется, он тебя не послушает. Послушает, как миленький. Утром я продолжала обдумывать слова Виктора. Возможно, он прав. Виктор не мог видеть мир, не мог видеть меня. Он ослеп, когда ему было 2 года. Но это не помешало ему с отличием окончить школу, поступить в институт Блэквелл и овладеть приемами карате. Но эта слепота навсегда разделила меня с ним. Я ищу встречу человека, с которым буду счастлива. Просто нужно оглядеться по сторонам. Белла, ты меня слышишь? Да. А может, Арнольд моя судьба? Он вроде хороший. А ты в курсе, что гомологические хромосомы как 2 сапога пара?
парные, но не одинаковые. Нет, это выше моих сил. Первый уровень – молекулярный. Элементарными единицами этого уровня являются биомолекулы. Нуклеиновые кислоты, белки, липиды, углеводы и другие органические соединения, которые вступают во взаимодействие между собой и формируют более сложные системы. Этот уровень организации жизни изучает молекулярная биология и биологическая химия. Следующим уровнем организации жизни является клеточный уровень. Джесс, прости меня. Ты не договорил. Прости меня, я вел себя как идиот. Хуже? Согласен. Ну так что, мир? Ладно, я подумаю, но с одним условием. Каким? Ты не будешь мстить Кевину и замнешь ту ситуацию, будто ничего и не было. Исключено. Значит, и я тебя не прощу. Ладно, я понял. Постараюсь. Ткани изучает гистология, а органы – анатомия и физиология. Организменный уровень организации жизни... Я сказала, подумаю. Ну, давай сегодня после школы сходим в одно местечко, как вариант. Нет, Джейк, сегодня я не могу. Я уезжаю на зимнюю ярмарку. Зимняя ярмарка? На целых 3 дня? Я же с ума сойду, Джесс! Ну, как раз подумаешь о своем поведении. Системы, состоящие из взаимосвязанных тканей и органов. Организм как целостную систему изучают ботаника и зоология. Вот только представьте себе. Уже почти зажило. О, Кэтрин, иди к нам. Джуд, не надо. Что с ней? Родители опять со своей учебы ей мозг вынесли? Он всю дорогу пожирает тебя глазами. Что, прости? Ты что, не в курсе? Ты о чем? Ну ты даешь. Ты ему нравишься, это видно невооруженным взглядом. Не, я так не думаю. А ты прости... Лидия, мы с тобой в одном кабинете по физике. Ах, да, точно. Кевин? А? Что? Зачем ты заступился за гусиную шею? Я посчитал, что так будет правильно. Правильно для кого? Для всех. Джуд, скажу так. Джейк в последнее время ведет себя неадекватно. И моему терпению пришел конец. Ты хочешь сказать, будь на месте Беллы любой человек, ты бы все равно заступился? Именно это я и хочу сказать. Но это глупо. Это их проблемы. Пусть они сами разбираются. Зачем тебе вмешиваться? И вообще, давай договоримся впредь. Любые решения мы будем принимать вместе. Так что, знай, мне это было неприятно. Хорошо. Но теперь знай ты, решать я всегда буду сам. На том простом основании, что я мужчина. И я не намерен с кем-либо советоваться в таких ситуациях. Прости, прости меня, я ляпнула чушь. Просто ходят слухи, что тебе нравится гусиная шея. Вот я и испугалась. Кстати, сегодня мои родители уезжают на зимнюю ярмарку. На целых 3 дня. А ты что, не поехала? А я сослалась на то, что мне надо много учить, и... И? И я теперь буду целых 3 дня одна. Ага. Ну, Кевин! Да что? Тебе что, после драки все мозги выбили?
Ладно, не понимаешь ты намеков. В общем, я решила перевести наши отношения на новый уровень. Страшный взгляд из-под лобья, длинная челка, зеленые глаза волчонка. Смотрит так, что мороз по коже пробегает. Взгляд совершенно детский, как и изгиб губ. Презрительный. Руки в карманах, длинная шея, вытянутая чуть вперед. Одновременно и жуткий, и красивый. Еще угловатой красотой, но скорее отталкивающий. И я бы не решилась встретиться с таким в темном переулке. Бо! Скройся в ужасе, очкарик. Опять дурдом на выезде, а психи на природе. Да брось. Ты в душе наверняка рада, что я избавил тебя от общества этого зануды. Избавь меня от своего присутствия и побыстрее. Короче, я подошел извиниться. За то, что наговорил на прошлой неделе и за прошлый месяц. И то, что ударил тебя. Да, я урод. Ты что, прикалываешься? Нет, никаких приколов. Я просто хочу снять грех с души. Совесть, понимаешь, меня мучает. Совесть. Мне не нужны твои извинения. Что тебе мешает понять это? Лишние хромосомы? Хочешь, извинюсь публично? Хочешь? Не веришь? A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I see. Минуточку внимания. Я хочу извиниться перед Изабеллой Кортес. Джесс, он серьезно? Да нет, не думаю. Если ты найдешь силы меня простить, то я буду самым счастливым человеком на планете. Белла, прости меня за все, я был говнюком. Ну давай, скажи, что ты меня простила. Что за цирк ты устраиваешь? Я тебе не верю. Я был искренен как никогда. Ну хочешь, дай мне в морду, а? Прям перед всеми. А, какое заманчивое предложение. Я буду стоять здесь до тех пор, пока ты меня не простишь. Что за представление вы тут устроили, мистер Коллинз? А ну слезайте! Немедленно! Кевин! Белла? А сейчас прервемся на минутку и хотим порекомендовать вам нашу уютную группу ВК, где активно публикуются самые свежие и горячие новости о выходе серий. Забавные и интересные моменты со съемок, полное описание каждого героя и его история. В группе есть беседа, где вы можете лично пообщаться с автором канала и его дублерами, заглянуть за кулисы и быть в курсе всех событий. Подписывайтесь и обязательно жмите на кнопочку уведомления. Ссылка в описании. Привет. Прости, на прошлой неделе за... Ну, в общем... Ерунда. Тебе-то за что извиняться? Я хотела поблагодарить тебя. Я, наверное, была груба. Ну, уж такая моя натура. Не люблю, когда за меня вступаются. Привыкла все решать сама. Хоть и неудачно. Да, я понимаю. Глупо так все вышло. Еще и ты пострадал. Этого мне точно не хотелось. Ты не замерзла? Может, я подвезу тебя? А у тебя не будет проблем из-за этого? Вдруг Джудит увидит? Ха, на твоем месте об этом уж я точно не беспокоился. Кевин, а все-таки зачем ты заступился за меня? Я думала, что ты меня презираешь.
Я никогда не презирал тебя. Если честно, когда ты перевелась к нам, я хотел подружиться с тобой. Но постеснялся подойти первым. И, как казалось мне, ты была словно журавль в небе. Такая недосягаемая и такая красивая. Хм. Неужели права Лидия? И я действительно ему нравлюсь. А он мне. И он мне, похоже, тоже. Но стоп. Может, это уловка? Или шутка? Просто он решил вот так вот посмеяться надо мной. Кого он строит из себя? Чего добивается? Что бы он там ни задумал, он здорово обломается. Спасибо, что подвез. Я... Белла. Фух. Ты что-то хочешь сказать? Я лично считаю, что твоя шея не похожа на гусиную. Она у тебя нормальная. Вот. Ясно, понятно. Я пойду, ладно? Угу. Идиот! Просто пикап от чайника. Ну и что это было? Моя жизнь теперь не будет казаться прежней. И где их таких делают?